Всем здорово! Сегодня у нас опять Ван Винчик. Давайте так, быстренько, максимально быстренько, вкратце пробежимся по Ван Винчику. Что, куда, где, как. Давайте начнем с их акций и бонусиков. Во-первых, Ван Вин – это крупнейшая беттинговая система, беттинговый сайт, а также казино-сайт вообще в принципе в мире. Один из лучших, один из топовейших. Дальше я вам расскажу их фишечки, так сказать. Первое. Давайте начнем с акций и бонусов. Во-первых, у них есть бонус. Плюс 500% к депозиту. Бонусы на экспрессики, кэшбэки. Просто фриспины за депозит. Программы лояльности. Уникальные игры. Выгодный трейдинг. Джекпоты. Веселье в Crazy Time от Evolution. То есть ребята проводят огромное количество акций. Но основная сейчас и самая крупнейшая акция – это Lucky Drive. Уже идет 7-й сезон. На что я могу вам сказать только одно. Ребята разыгрывают 25 MacBook'ов, 25 iPhone'ов 15-х и один Apple Vision Pro. Но самый главный приз – это Ferrari 296 GTS. Успейте поучаствовать, поскольку розыгрыш будет действовать до 15 числа. Потом стартанет 8-й сезон. То есть вы всегда можете успеть выиграть. Давайте вкратце вам расскажу в общих чертах, что такое Ван Винчик. Во-первых, опять-таки напоминаю, что Ван Вин это крупнейший сайт по ставкам и по казино. Давайте быстренько пробежимся. Ставочки вы можете сделать на абсолютно любой спорт, который только есть. По выгодным и лучшим коэффициентам, которые только есть. Это ККС, Дота, футбол, теннис, UFC. То есть это просто обширная, обширнейшая возможность для тех, кто разбирается в спорте и хочет на него, с помощью него зарабатывать. Давайте быстренько еще пробежимся дальше. Это казино. Как бы, ну... Можно сказать, ну, на всех сайтах есть казино. Конечно. Но, ребят, где вы видели столько провайдеров? Где? Да нигде. Кому можете даже не рассказывать. Также у ребят есть именно их собственные OneWin игры. Это Lucky Jet, Rocket Queen, Crush, Spin Queen, Minky, Speeden, Conflip. Также у них есть эксклюзивные слоты. Вот, к примеру, Bet Бабушка. Охуеннейший слот, сам него вот так вот люблю зарубиться. У них есть обширнейшая просто возможность поиграть, вы можете где угодно. Также напоминаю, что у ребят сейчас есть возможность, если вы хорошо играете в покер, вы любите поиграть в покер. Вот я лично люблю вечерком сесть в покерочек, зарубиться там на 1010 там условно. Тыщенку закинуть, ребята дают возможность поиграть в турниры, в которых вы имеете возможность выиграть до $1000. До $1000. Это круто, это заебись, это пиздец, я в ахуе. Но вы можете сказать, ну, прикольно. А что еще есть на Ван Винчике? Такого прям, чтобы, ну, вот захотелось зайти. А я вам скажу, у них есть Ван Вин ТВ. Вы спросите, что это? А я вам отвечу. Просто за регистрацию по ссылочке в описании вы имеете возможность смотреть фильмы в HD качестве, новые топовейшие фильмы, просто топовейшие. Дюну вторую часть вы можете посмотреть, Королевство зверей, Кунг-фу панда, Дом у дороги. Это все вы можете посмотреть на Ван Вине. А что для этого нужно, спросите? Ничего, просто зарегистрироваться на сайтике. И вы можете смотреть бесплатно фильмы в HD качестве. Это круто, это я в ахуе. Я в ахуе. Поэтому регистрируйтесь, играйте. Давайте мы так чуть-чуть посидим, поиграем что-нибудь. Ну, я вот Минки хочу поиграть. Вот Минки. Мне опять-таки Минки очень-очень заходят на Минки. Так, сейчас аккуратненько по тыщеночке раскинемся. Вот так, давайте вот так. Ну, даже по 800, не будем наглеть. Три ловушечки ставим аккуратненьких. Бам, 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 бам. Есть, забрали прибыль X2. Все чики-бомбони. Давайте теперь поставим максимальное количество ловушек. И просто вот так вот, бам.
Ай, не повезло мне. Ну ничего страшного. Еще разочек попробуем сейчас словить такой более-менее приемлемый коэффициентик. Вот так бам. Ай, не повезло, ничего страшного. И еще разочек так сделаем. Пуск. Я не везучий сегодня. Но ничего страшного. Давайте по старой доброй тактике будем играть. Три ловушечки. Не пошло. Ну ничего страшного. Пошли в Lucky GTX лучше. Мне в нем больше везет. На аккуратном сейчас. Вот так. 100. 1.35. И тут давайте тоже 1.35. 100 рубчиков закинем. Автовывод, автоставка, автовывод, автоставочка. До первого проигрыша посидим, поиграем. Есть. Ну, по чуть-чуть. 5 минуточек в день вот так вот уделил времени. И все. Фу, ты чё? Аккуратненько себе, вот так вот, по чуть-чуть, потихонечку, помаленечку. Ого, кто-то держит 1000 рублей. Ай, пошла. Ну, коэффициентики хорошие сейчас именно. Оп, есть. Потихонечку, по чуть-чуть. Один раз проиграть это такое. Не считается. Бам. Есть. По чуть-чуть будем. Центик 1.55 попробуем аккуратно. А я даже 2. Нормально, предыдущую ставочку купил. Затупил, забыл поставить автовывод. Хорошо, что вспомнил. Кто-то забыл. А, ну все, все выигрыши забрали. Летит, конечно, сильно. Ну так вот аккуратненько поставим. Тридцать пять есть. О, 55 чуть опять не забыл забрать. Сразу поставить автовывод, а то опять забуду. Ну что сейчас? О, сразу улетел. Бывает, ничего страшного. О, хорошо, что не поставил.
Два раза подряд такая штука. Сейчас коэффициенты должны быть большие. Мы заберем, потому что мы уже купили X3 и сделали ставочку. Тут мы еще подержим. До 10x. А, надо было забирать. Ну, кто же знал. Ладно, ребят. Спасибо огромнейшее, что посидели. Напоминаю, играли на OneWinчике. Переходите по ссылочке в закрепленном комментарии и подрегивайтесь. Не забывайте про их огромнейшую обширную акции и бонусы от OneWin. Не забывайте про Lucky Drive. Ну и про OneWin TV, конечно. Ну, фильмик-то надо посмотреть вечером, сесть. Ёбанёра. Все, всех обнял, всех поцеловал. Всем спасибо огромнейшее. Пока.